Привет всем, ребятки, привет всем любителям ставочек, прогнозов. Это канал FrontBet, это я, ведущий канала Макс. Ну что, ребятки, у меня на 15 марта на 7 часов по Москве наша живучая российская премьер-лига Ростов-Локомотив. Поехали! Ребятки, что у нас, Бавария тоже отменилась до последнего. Вчера я надеялся, что Бундеслига у нас не очканет коронавируса, не очканет, она очканула. Ну, что делать? Самая безбашенная, самая мощная, самая великая держава в мире – это Россия. И российский футбол жив. Я не знаю, правда, будет на трибунах кто. Да будет по-любому. Матч играется в Ростове же, правильно? Ростовские ребятки наденут маски и пойдут смотреть футбол, болеть за свою команду. Ростов-папа. Вот. Что хотел вам еще сказать? На что мы здесь будем ставить? На что мы здесь будем ставить? Да, блин, поотменяли все матчи. Как же тяжело сейчас нам будет. Там сколько они... Насколько они их отменили? Я что-то читал, да из головы у меня вылетело. Расстроился я очень сильно по поводу этого вируса. Ну да ладно. Дай бог справится мир с этой бациллой. И все это обойдет нас, Россию, мимо. Ребятки, кстати, ставить я буду, вы не знаете где, а я вам подскажу, кто еще не знает, где ставить ставочки. Это самая надежная букмекерская контора MailBet. Ссылочку вы найдете в закрепленном комментарии. Там же самый высокий коэффициент будет на матч Ростов-Локомотив, который я вам сейчас озвучу, прогнозик. И еще супер бонус для новых зарегистрировавшихся по промокоду MVIN. Вы получаете уже не 900, а 9500 рублей на первый депозит бонусных денег фрибета. Их же можно поставить, можно выиграть и вывести деньги себе на карту Kiwi, либо куда вы там еще выводите их, я не знаю. Ну что, ребятки, поставьте лайка жирного, подпишитесь на наш канал, подпишитесь на второй канал, ссылочка будет в описании под этим видео. Ну и мой прогнозик, долго не буду я тут сусолить, Ростов играет дома, Ростов хорошо забивает, на гол Ростова дают по линии на дистанции до начала матча, коэффициент небольшой, 1.3, хотя уже можно прогрузить, вот. А я возьму индивидуальный тотал Ростова до матча 1 больше, там коэффициентик 1.7 в БК MailBet по ссылочке в закрепленном комментарии. А когда начнется игра, уже, допустим, не будет там к 20-й, к 15-й минуте гола от Ростова, уже коэффициент, я более чем уверен, вырастет в районе 1.5. Так что вот такой мой прогнозик, индивидуальный тотал Ростова 0.5-1 больше. Кто со мной солидарен, жмите лайк, пишите свое мнение по поводу этого матча. Будем играть теперь на российском футболе и на российском хоккее, пока он жив, пока мы все вместе с вами. Оставайтесь с FrontBet.ru.